Победители конкурса викторины «Дяди Степы» сегодня летали в облаках. 10 счастливчиков смогли окунуться в будни авиаполицейских. Школьников привезли на вертолетную базу, где находятся воздушные суда. Перед полетом стражи порядка показали школьникам диспетчерскую, откуда пилоты в погонах получают указания. Затем они отправились в медицинский кабинет, где все желающие прошли в медосмотр. И только после этого ребята поднялись в воздух на вертолете Ми-8. Полет длился несколько минут, и школьники успели получить массу удовольствия. Обязательно верхняя одежда снимается. На вертолете мне понравился один момент, когда пилоты сделали, немного снизились, потом резко поклонили вниз и вперед, а потом резко вверх. Вот этот момент меня самое затронул. В конкурсе викторина «Дяди Степы» приняли участие более 300 школьников со всего края. Со 2 по 11 марта каждый день они получали по одному вопросу о «Дяде Степе» на странице ГУВД в одной из социальных сетей. Организаторам пришлось проверить более 1000 ответов, чтобы выбрать лучших конкурсантов.